На сайте Vodafone появились характеристики Huawei P20 Lite, а также фото устройства. Впрочем, по заявлениям инсайдера Эвана Бласа, это фото прототипа, а настоящее выглядит немножко иначе. А вот характеристики должны быть точны. Среди них дисплей диагональю 5,84 дюйма, разрешением 2160 на 1080 пикселей, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта постоянной, а также 8-ядерный процессор. Скорее всего, это будет Kirin 659 с частотами 2,36 ГГц и 1,7 ГГц на каждый из квартетов ядер. Также смартфон получит двойную основную камеру, модули на 16 и 2 мегапикселя, аккумулятор емкостью 3000 мАч, MIUI 8 на Android Oreo и цену 369 евро. Анонс линейки P20 ожидается в конце марта.